враги. Жду команды. Я готов. Яблочко от яблони. Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Huh!
Там что, Синдри? О, привет! Снова вы? Поднимайтесь! Это было нечто. Этот бой. Я знаю местечко, где может быть спрятано сокровище. Трума! Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Впереди, брат! Бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Да уж, и правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед, но для этого нужно что-то непомерно огромное. А, я понял. Хорошо. Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше?
Держись. А, все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. Там чаша с песком, но достанем ли? Достанешь. Сын. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно. Вот. Хаост. Сума. Вар. Ветру. Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Кваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то Солнце и Луна тоже застынут. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Дальше, пока пол не обрушился. Thank you.
спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Как спустимся? Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. А, большой обеденный зал. Весь Мидгард за ветром. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Трума! Будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Thank you.
Кто-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Хватит дурить, делай то, что сказано. Сам не дури. Я не шучу. Он сражался с дядей и ушел живым. Пускай. Дядя наш давно ни хрена не... Отец, значит, и мы пойдем. Так что хватит репаться. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Я вот твой. Указывай мне, что делать. За мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще живешь? По щечонке ведь еле держит лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Тебя разозлить. Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Старый, усталый дед! Оттащу твой труп, Базга! Оттащу твой труп! Баскам нравится! Будет пора! Прекрати! Сын, соберись! Возьми! Браску!
Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты, мерзавец! Черед! Держись, ты груз! Пошел тебя! Надо за ним следить. Мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались. Та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Ты убил Магни. Это точно. Он же бог. Отец убил его. Один из младших асов. Ну да. А его отец Тор. Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Вы как, не интересуетесь? Стой, мы тут уже были. Но как вернуться? Парень совсем не здоров. Ничего. Если так, не отставай. Эй, я понял. Магни вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова у руки великанов. Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Большим пальцем выход. Ищи путь туда. Движется. Может, мы доберемся туда? Там есть проход. Справлюсь. Снова под ладонью, почти на месте. Лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма
вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюр. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель-змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейм. Можем еще тут исследовать. Везец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Эй, Мимир, в тот раз в лодке ты начал рассказывать историю. Ты говорил про долгую войну. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода Ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии Ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи. Но история, конечно, не так проста. Сокровищница Тюра за магическим замком. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. А во мне великаны не сделали три пуха? Давай. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил. Да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай. Говорить ты умеешь. Научиться читать. Лодку. Дом Фрей недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родню. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, шутка представить. Почти на месте. Thank you.
усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Кстати, вижу дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? Части хранения секретов мне нет равных. Кстати, я уже понял, что ты крик. Афина, надо так проколоться. Что? Эй, от тебя воняет... Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе.
Если что, я прикрою. Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может уничтожить Хельхейма. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему мир живет Хельхейм. Когда их пропускает хранитель моста, тот, кого мы ищем. Просто не перепутать. Мы придем куда надо. Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Видишь, одна из причин, по которым мы вернулись замечательно. С моим домом оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире дух. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. Для тех, кто умер бесславно. Преступников? Да. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него?
Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Сердце. Придется тебе замарать руки. Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Пссс! А? Шшш! Я не должен... Теперь бери клинки и целься в ловец ветра! И выпускать ветра Хеля, когда тебе нужно. Спасибо, от тебя не дождешься, так что я сам. Гляди, яйца отморозишь. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Thank you.
Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Сумел. Ну, поторопись к сыну. Не медли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. Твой отец Зевс. Теперь-то ясно. Я вишу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже. Неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Про короткий путь меж мирами. Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. О, вот как надо срезать. Туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить.
этого не забуду.